Добрый день, дорогие стрельцы! Мало того, что вы сами как бы символично связаны с заграницей, с знаниями, с философией, так вам как раз-то еще в августе, что называется, прописано быть где-то вдали от дома. Возможно, это будет далекая командировка, возможно, будет это ваш отпуск, или даже просто вы решите посетить онлайн какую-то страну или побывать в каком-то музее. То есть я бы сказала, что для вас август – это месяц за границей. Возможно, кому-то пришло время получать высшее образование. Я поздравляю тех, кто поступил, потому что, опять же, знания – это очень важны именно для вас, и важно обучение. Кто-то поступил в институт или техникум, а может быть, кто-то просто записался на курсы, и это тоже очень здорово. Но, побывав за границей, вы привезете новые идеи и, опять же, новые знания. Поэтому, если у вас получается, есть такая возможность, а я уверена, что у вас она есть, потому что звезды говорят об этом, что все желаемое вами, оно должно обязательно исполниться, у вас все должно получиться. Ну, не исключено, что кто-то из вас оформит кредит, получит наследство, получит помощь друзей или, быть может, выйдет замуж или женится на богатом человеке. То есть все равно вопрос денег, он будет для вас стоять, но это будут, как бы я сказала, чужие деньги. Это будут не ваши деньги, а вот деньги пришедшие, возможно, за то, как хорошо вы работали, или за тот проект, который вы сделали. То есть деньги, которые неучтенные, я бы так сказала. Поэтому, конечно, почему бы не отправиться в путешествие? И тем более, что ваша внутренняя энергия, такая кипучая энергия, она настроена на любовь, на романтику. И лучше это, наверное, сделать вот все-таки не в рабочем кабинете, а, конечно, будучи в отпуске. Поэтому я бы советовала вам, это еще одно подтверждение тому, что все-таки дальние страны вам очень нужны.